Поддерживаемое криптоапи, потому что для меня это крайне принципиально. Так себе. Вот, ты понял. Да, я понял, понял. Соответственно... Я для всех скажу, что, может быть, просто кто-то с этим не сталкивался. Существует же масса разновидностей, не только там. Поэтому... Это плохо. Это хорошо. Это хорошо, есть чего выбирать. Есть из чего выбирать. В любом случае, механизм открытый. Ты пишешь, вот он будет выбирать. Собственно говоря, отдельная технология. Следующая, куда будет ходить юзер? Будет ходить на любой компьютер, или мы можем определить набор компьютеров, которые, ну, которые входят в определенную группу, и, соответственно, через этот терминал сервис Gateway не на любой ресурс будет пробрасываться пакет, а только на пакет соответствующего образа. И тут происходит что? То, что ставится на этот policy сервер, то есть поднимается на... Ставится EIS, потому что EIS используется системой для RDP over HTTP. И пошел процесс инсталляции. Вот, собственно говоря, мы теперь настроили remote десктоп. А я сейчас вас всех клацаю. Вот уже и софт там есть. Ну так. Только отвернись чуть-чуть. Так. Улыбайтесь. Не с ломашем. Не заработаешь. Не ваша. И еще разок. Я не боюсь, что мы с нами отсвечиваем. Да я вот и прицеливаюсь, так чтобы не отсвечивал. Да больше, наверное. Даже, наверное, больше. Можем себе позволить. И пошли. О, шикарно. Как живые сидите. Всегда фотография. Часто брошу. Ну, естественно. Он не слабо сказать. Быстро сформатирую карту. Чего? Вот это реклама. Wi-Fi. Wi-Fi. Так он, оно же на SD, а Olympus SD не поддерживает. Все. Обратите внимание, терминал сервис Gateway поднялся. Только не появился. Ты почему не в комнату для инвалидов всех ходил? Это на сиденье удобнее, какие-то специальные, ортопедические все такое. Ручка, это так аккуратно. Мне туда парами ходят, смотри. Обратите. Может, там дополнительные инструменты есть. Обратите внимание, Network Policy Access Server появился, мы сейчас его отдельно рассмотрим, а в терминальных серверах появилось то, что называется Terminal Service Gateway Manager. Вот он. Вот оно счастье, вот сервер, который, на котором он обслуживает, все хорошо. Единственный момент, теперь заставить наше приложение работать через него. Как это делается? Опять-таки, это делается не на Gateway, а на самих приложениях. Переходим на терминал сервер менеджера, здесь у нас есть терминал сервис Gateway Setting. Говорим, все клиенты, которые принудительно коннектятся к нам, всегда используют... А мы зря символ сайн-ин, сейчас не будет видно, как он аутентифицируется. Всегда используют наш сервер как... И, собственно говоря, предоставить юзеру возможность выбора.
отключу локал адресы, да, допустим, для того, чтобы это самое. И обратите внимание, использовать те же credentials для терминал сервера и терминал сервера Gateway. Чтобы юзеры, можно сделать разные, можно сделать одинаковые, чтобы юзеры работали. Как вы думаете, работать будет? Нет, Digital Signage это немного другого, я сейчас расскажу. Работать будет? Судя по вопросу, нет. Почему? Ну, с намеком же вообще. Сейчас надо перенаправить, почему? Не, вот сейчас все приложения перенаправлены. Мы голосуем за нет. Спасибо. На самом деле, а что не за так? Ну, из вредности. На самом деле, вот эта вот строка самая критичная, которая сервер name. Почему? Потому что сертификат какой? DNS, Full Qualified Domain Name. Соответственно, если в сертификате имя не совпадает с именем сервера, то счастье у вас. Не будет. Вот это, да ёлки-палки, слушайте, полметра отодвинул. Да, стол прикрывает больше. Да вот сзади ждать. Он помеху дает. Кто помеху? Отраженный. Вспышка справа? Да не, она вообще как-то перестала в духе исходить. Где-то не радиоудержащий. Где-то. Выше его стоит видеть как-то. А может просто снизу, ближе, сзади, возле ног поставить? А ниже я уже проверял, то есть когда он лежит на полу, он вообще ничего не берет. То есть нужно сесть на пол и работать на клавиатуре. А он, да, он по плоскости где-то работает. Вот так, наверное, плоскость надо стоять. Вот, чтобы она так светила вот этой хвостом. Вот. А ну? О, шикарно. Все. Теперь эта штука работает так, как мы хотели, с тем эффектом. Нет. А вон же микрофон должен. Микрофон подойдет. Собеседник, что тебе? Ее можно использовать как поставок. Да я тут понял. Идея я понял. Вот это наша ручная кричка. Чего, смотрите, Microsoft. Чего тут еще фотографировать? О, побежала, да? А, вот. Все. В принципе, сейчас приложение уже готово к работе. Соответственно, если я сейчас захожу на наш дорогой, любимый домен-контроллер, где все это дело и жило, возвращаемся на терминал сервер Web Access. Запускаем порт PAD. Я не хочу Васи Кухни. Почему Васи Кухни? Аптечка. А, вот. Все. Не заходи. Обратите внимание. Вот он спрашивает. А говорит, эти креденшалы будут использоваться для VS08 Local и для сервера APP как remote, то есть это терминал сервера Gateway, второй, собственно говоря, сам сервер. VS08 администратор. Пошел процесс подключения. Что происходит при этом процессе? В этом процессе происходит очень простая и незлобливая идея. Сейчас мы в запрос обращается к remote application клиент, обращается к службе безопасности Висты, или сервера, собирает информацию о том, как мы сконфигурированы, отправляет на терминальный gateway, gateway отправляет оснащенный network policy сервер с поднятыми наповскими политиками. Наповские политики чекают и говорят в SAT или куда еще. То есть система сама принимает details, да, а я показывал. Фактически здесь идет открытие нашего любимого десктопа.
То есть вот то, что вы видите как логин десктопа, мы просто поздно нажимаем. Вначале надо нажимать, там connection, application settings и так далее и тому подобное. Все, сейчас мы работаем. Как проверить то, что мы работаем?